из России нашли каучук. Ура! На острове Ланкави. Теперь они будут его жевать. Нельзя, больно будет. Что ж ты? Он же настоящий. А юный садист России сейчас получит пинок под жопу. Сволочь. Специально насечки делают. Но они вот, видишь, кожу вообще с него сняли вот здесь, вот, чтобы она текло. Нифига себе. Я, насколько знаю, его жуют. А что он жидкий там? Дети из него вот так вот мечи, но он застывает постепенно, он не сразу же застывает. О, прикольно. Он вот, короче, мяч вот такой делают, и мяч был, вот резиновый мяч. Каучуковый. Показывали у... Ну, местные дети развлекаются, мяч делают себе так вот, берут его, накатывают вот так вот на этот самый. Получается мяч. Вот такая интересная штука. Скажем спасибо Даше. Да. За столь полезную и невосполнимую информацию. Да, Андрюшенька. А если ты его выпьешь, Андрей, то получатся прикольные шарики завтра с утра. Каучуковые.